Друзья, всем большой привет! Сегодня предлагаю вам обзор из магазина низких цен «Светофор». Это город Ульяновск. Посмотрим с вами новинки и ассортимент в этом магазине. Желаю вам всем приятного просмотра. В продаже есть кувшины для фильтрации воды «Аквафор Лэнд Сити». Объем 2,8 литра, изготовитель «Россия». Стоимость 244 рубля. Также в продаже к ним есть модули сменные, фильтрующие на 170 литров. В упаковочке их два, производитель тот же. Цена 197,70. А это термоскатерти с печатным рисунком. Они двухсторонние, размер 60 на 100 сантиметров. Смотрите, какая красота. Изготовитель Китай. Здесь в наличии их очень много. Стоимость 59 рублей. Покажу вам еще одну новинку. Это электрический утюг от торговой марки Матрена. Утюг мощностью 2200 ватт. Здесь есть паровой удар, сухая глажка, пар, вертикальный пар и самоочистка от накипи. Подошва стальная. Производитель Китай. Покажу вам также все характеристики, которые здесь есть у этого утюга. По цвету только такие в наличии. Цена 725 рублей. Также есть садовая мебель. Привезли кресла пластиковые. Называются люкс. Максимальной нагрузкой 120 кг. Цвет белый. Цена 523 рубля. Также в продаже есть кухонные стулья на металлокаркасе с сиденьем из эко-кожи. Максимальная нагрузка 100 кг, цена 799 рублей. И есть табуреты диаметром 30 см, нагрузка 120 кг, цена 320 рублей. В продаже есть стремянка металлическая на 3 ступени с платформой. Максимальная нагрузка 150 кг, цена 1149 рублей, производитель Россия. А это садовая скамья со спинкой, она на металлокаркасе с сиденьем из дерева. Длина 120 см, изготовитель Россия, цена 1800 рублей. Пластиковые табуреты появились в продаже, они круглые, с максимальной нагрузкой 120 кг. Цвет только такой в наличии, цена 187 рублей. Стулья офисные есть в продаже с максимальной нагрузкой 100 кг. Они на металлокаркасе с тканевой обивкой черного цвета. Изготовитель Россия. Стоимость 1294,50. А еще есть кухонные столы со столешницей из ЛДСП и на металлических ножках. Размер 115 на 59, цена 1677 рублей. Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами своим новым приобретением для своей дочери. Это стул, растущий от мебельной фабрики «Друг Кузя». Называется он «Павлин». Производственный цех этих стульчиков находится в городе Ярославле. Все изготовлено по ГОСТу, товар сертифицированный, хорошая гарантия и срок службы 10 лет. А самое главное, что цена очень доступная – от 3990 рублей. Стульчик я заказала белого цвета, потому что у девчонок в комнате мебель белая, поэтому, мне кажется, подойдет к интерьеру. Здесь в комплекте идет книжечка по сборке от производителя. Кстати, книжка очень доступная, все понятно абсолютно, я уже успела все посмотреть. Дополнительно производитель мне прислал кучу всяких допов, вот такие книжечки с подписками. Так, есть специальные стикеры для того, чтобы можно было их приклеить в местах, где будет, например, тереться, чтобы не скрипело. Тоже очень важно. Производитель все изначально хорошо упаковал, все пришло целое, без каких-либо царапин. Кстати, изготовлен этот стул из качественной фанеры и из МДФ. Покрытие этого стула акриловая водоэмульсионная краска, которая без запаха не стирается и легко моется. Можно заказать стул любого цвета, всего у производителя 20 оттенков. Такие стульчики способствуют развитию правильной осанки у ребенка, и многие детские ортопеды рекомендуют именно такую мебель. Стульчик этот регулируется, спинка, сиденье и подножка. И при правильной регулировке ребенку обеспечена правильная осанка. Этот стульчик довольно-таки тяжелый, и за счет этого он очень устойчивый. Не нужно бояться, что ребенок перевернется или упадет с него. А еще этот стул выдерживает до 120 кг, то есть он подходит для детей от 6 месяцев и до 16 лет, и любой взрослый человек спокойно может на нем посидеть. У этого стула нету острых углов, что очень важно для маленьких деток. Также в комплекте идут пластиковые ножки, чтобы не царапать пол. Ребенок у меня остался в восторге от такого чудо-стульчика. Нам он очень понравился, и качество отличное за эти деньги. Как уже говорила, такой стульчик стоит от 3990 рублей. Обязательно оставлю ссылку на производителя. Заказывайте, если кому-то интересно. Очень удобно, привозят транспортной компанией и оплата при получении. То есть вы ничего абсолютно не теряете.
А еще это отличный подарок для ребенка в любом возрасте. Обязательно присмотритесь, рекомендую. Мы с вами продолжаем обзор из магазина низких цен «Светофор». В продаже есть вот такие наборы низких стаканов, называется «Палитра». Здесь 6 стаканов объемом 240 мл. Производство «Россия», цена 200 рублей за набор. Также есть кружечки «Палитра», они объемом 360 мл. Здесь они в ассортименте по цвету. В составе натрикальте силикатное стекло, производитель город Гусь-Хрустальный, Россия. Стоимость 65,50. Также есть салатники «Палитра», тоже в ассортименте по цвету. Объем салатника 800 мл, диаметр 16 см. Производитель тот же, стоимость 85 рублей. А это салатники «Invitation» от торговой марки «Паша Бахче». Объем этого салатника 2 литра, диаметр 21,5 см. В составе стекло, цена 123 рубля. Тарелки глубокие, суповые, объемом 360 мл. В составе керамика, изготовитель Республика Беларусь. Стоимость 79 рублей. И есть вот такие еще тарелочки, это уже фарфор, тарелка диаметром 20 сантиметров, производитель тот же, Республика Беларусь, цена 81 рубль. В наличии есть сковороды литые алюминиевые с антипригарным покрытием и с бакелитовой ручкой. Сковорода очень тяжелая, диаметр ее 26 сантиметров, производитель Россия, продается без крышки. Стоимость 842 рубля. Банка бакалейная «Вива», она продается с крышкой, в составе натрикальте силикатное стекло, объем этой банки 900 мл, производитель город Бор, Нижегородская область, цена 156,50. Также в наличии есть из опалого стекла вот такие салатники, 16 см диаметр, объем 800 мл, производитель Франция, цена 78,50. А это кастрюля алюминиевая, литая, с антипригарным покрытием. В комплекте идет стеклянная крышка с отверстием для выпуска пара. Объем этой кастрюли 5 литров, изготовитель Россия, город Белгород. Стоимость 1447 рублей. Тарелка десертная от торговой марки «Люминарка». Она изготовлена из опалого стекла, диаметр 20 см. Очень симпатичные тарелочки, производство Франция. Цена 73,30. От торговой марки «Люминарк» есть еще и вот такие блюда сервировочные, 32 сантиметра длина этого блюда, также в составе опалового стекла, цена 217 рублей. И есть кружечки из опалого стекла, тоже торговая марка «Люминарк». Объем этой кружки 300 мл, симпатичные кружечки, всегда есть в продаже, цена 80 рублей. Наборы контейнеров «Прованс», в наборе 5 штук, разные объемы, и все они с крышками. Изготовитель «Россия». Хорошие очень наборы, стоимость 159 рублей. Также привезли ведра пищевые объемом 10 литров, стоят они 95 рублей 90 копеек. Производитель «Россия». Цвет только такой. А это казан с крышкой и с ручкой. Объем 8 литров, толщина стенок 4 мм, в составе литой алюминий. Производитель «Россия». Так вот он выглядит. Ведро хозяйственное, круглое, объемом 12 литров, черного цвета, цена 76 рублей, изготовитель Россия. Также есть оцинкованные ведра, объемом 12 литров, цена 209 рублей, производитель Россия. Набор для кухни, 6 в одном, это аксессуары для кухни, изготовлены из полистирола, выдерживают температуру до 200 градусов. Цвет только серый в наличии, производитель Россия, цена 288. На сегодня это все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если понравился обзор, пожалуйста, оцените его лайком и обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем хорошего дня. Пока-пока.